Привет, привет, друзья мои! Вот еду снова с вами на работу. И вы знаете что? Я много получаю вопросов по поводу того, как я сдала здесь вот экзамен по вождению. Я же имею драйвер лайсенс, друзья, вы знаете. И, в общем-то, мне пришлось его сдать как-то быстрее, чем я ожидала, потому что мне сказали... Я сдала этот экзамен 4 года назад. Вот. Значит, почему так я сделала быстро? Потому что мне сказали, что здесь, если вы никогда не имели прав, то... После 60 лет вряд ли вам уже эти права дадут, если вы начнете как впервые их сдавать. Вот вы знаете, меня это напугало, я не знаю, правда это или нет, честно говоря. Я все слухами пользуюсь, потому что где найти информацию, да еще по-английскому, в английском есть законе, с английским языком, я, конечно, не знаю. Но вот вы знаете, когда вот такая вот история, я узнала, я решила, боже... А мне уже 58. Что же я? Как же я? Дальше-то я же хочу ездить тоже. Я же еще молодая совсем девушка, вы же понимаете. Ну и я, конечно, сразу бросилась все учить и решила сдавать. Вот. Вот здесь вот мы разгонимся. 50 миль. Ну, стоит ограничитель, конечно, 50 миль вот на дорожке. Но, тем не менее, вы знаете, это хорошо. 50 миль умножайте еще на 6, 5, 6, 30, ну, 80 километров в час, так скажем, да? Потому что 1 миля – это 1,6 километров, почти 2. Вот. Ой, знаете, хочу отвлечься опять, вспомнила. Это был такой анекдот у нас. Когда я только сюда приехала, я же говорю, что все для меня было вново, все для меня было ничего не понятно. И вот я помню, у меня, значит, муж... Он, ну, он всю жизнь водил здесь, наверное, это все так, практически с 15 лет. Вот. Ну и он, конечно, повез меня показывать Англию на своей машине. Он за рулем, я рядом с ним на пассажирском сиденье. Не хочу говорить, как оно называется, но вообще скажу, на сиденье смертника, да? Вот, ну, короче, значит, мы с ним по автобану до Лондона. Вот, значит, едем, а я смотрю, а там несколько полос движения, по-моему, 4, огромные эти автобаны, вот. И я смотрю, он туда-сюда перестраивается все время, а сам забывает выключать поворотники. Все-таки человек уже пожилой, да, реакция не та. Вот, а я вообще боюсь, когда я сижу рядом с кем-то, ну, не знаю, вот за рулем, конечно, наверное, тоже боюсь. Но когда рядом, так вообще боюсь ехать. Вот. И я смотрю, он мчится, всех обгоняет. Все время, значит, вот лавирует между этими полосами. То на одну, то на вторую. Там 4 полосы, в зависимости от того, какая у тебя скорость движения. И вот он, значит, там мчится. Я думаю, господи, смотрю на его этот, на спидометр. А там, конечно, на этой нашей Хонде спидометр был такой огромный, что просто высвечивалась цифра. А, огромная такая, ее видно зеленым. И я смотрю эту цифру, и написано 75. Я думаю, боже, ну что ж такое? 75 километров в час, это ж небольшая скорость. А что ж так он мчится? А что ж такое происходит? Что он всех обгоняет, и на нас даже люди стали оборачиваться. 75 и 80 даже он ехал. А еще в это время, понимаете, умудрялся... нагнуться, поправить у него носки шерстяные на ногах, и они спадают у него, и вот он постоянно нагинался, поправлял эти носки. Друзья, это было что-то. Я ничего не могла понять, но мне было как-то, вы знаете, вот неуютно, 75 и 80 он ехал. Вот, а потом, уже какое-то спустя время, я вдруг узнала, что это оказывается в милях. А 75 в милях – это больше 120 км в час. А 80, 6,8, 48, ну да, 125 и выше.
120-125, это же дикая скорость, вы представляете? Ой, боже, я когда это узнала, я стала ему говорить, нет, ни в коем случае так быстро не надо, 60, пожалуйста, только 60 максимум. Ну и вот, значит, как бы он со мной согласился, а он хотел мне показать, что он такой лихой, понимаете, вот он может так вот мчаться. Ну, короче, вот такое отступление. Тем не менее, вернемся к тому, как я сдавала экзамен. Вот, значит, я решила все-таки экзамен сдать. И осталось-то у меня всего лишь навсего 2 года. Вот. Ну, я хочу тем, кто интересуется и хочет тоже сдавать и спрашивает меня. Вот я хочу посоветовать то, что я как бы могу сказать и посоветовать. Во-первых, значит, вы же должны сдать теорию, вы понимаете, теория там, я не знаю, тоже под 1000 вопросов. Хотя, конечно, вот хочу вам заметить, что здесь, в Англии, дороги, вот они не очень много на них знаков, не перегружены, вот, да, не перегружены они знаками дорожного движения. Вот если сейчас вот кто-то смотрит, то обратите внимание, ну вот спид камера, вот поворот, видите, то есть ответвление дороги, знаки такие. Ну, знаки скорости, конечно, ну вот видно, вот, пожалуйста, знак машинка, там типа скользко, да? Но никто так не мчится, чтобы скользко. То есть вот нету таких каких-то знаков, понимаете, постоянно. Ой-ой, могу не вписаться, что-то я тут, ой, у меня... Вот, то есть, понимаете, вот как-то даже легко. Мне кажется, что у нас в России правила дорожного движения, ой, перегружены знаками. То-то, все, постоянно надо через каждые 100 метров какой-нибудь вам знак. И все время надо быть в напряжении, все время надо следить за этими знаками. Может быть, мне так кажется, друзья, вот я бы хотела услышать ваше мнение, вот посмотрите. Но здесь как-то очень все легко, вы знаете, вот. Разметки хорошие, вот, ну вот скоростной режим, видите, 40 написано. Ну и все, и больше никаких особо знаков тут и нету. Ну или там круговое. Вот если roundabout круг, да, развилка круговая, как называется, я уже по-английски говорю, иногда даже путаюсь с русскими словами. Вот, вот на круговом движении преобладает всегда тот, кто едет по кругу. Вот это вот как-то... Тут никаких путаниц нету, потому что вот у нас я знаю, что где-то так, а где-то по-другому. По крайней мере, я вот когда учила, вот видите, 30, да, ну то есть вот я сбросила скорость. Ну тут вот, в общем, никаких нет особых знаков-то, кроме скоростных режимов. Вот, значит, что дальше мы вам расскажем, друзья. Это я, как вы понимаете, еду на работу опять. Сейчас у нас около 9 утра. Вот. Но все равно, так или иначе, все эти правила, конечно, выучить надо. Как вы понимаете, правила дорожного движения. Вот. Вот он, roundabout. Здесь вы как бы на круговом этом. Вы должны помеху справа пропустить, ну, как везде, наверное. Вот. Ну и потом, конечно, нужно ездить, нужно накатывать практику, нужно знать ту дорогу, по которой вы будете сдавать на права. Потому что может быть какой-то конфуз, конечно. Вот. Это по поводу, я имею в виду, уже практики вождения. То есть вы сдаете теорию, вы сдаете практику. Но вот я почему-то думала, что у меня будет проблема, вы знаете, с теорией. Потому что английский язык проблема. И когда я купила, я сдавала учила теорию по книжке. Я вам скину внизу ссылочку. Сейчас я за рулем еду, я, конечно, не помню, как она называется. Но я вам ссылочку скину, где вам ее найти. Ну и при том, вы знаете, самое интересное, что... Они очень дорого, эти книжки стоят. Она малюсенькая, она стоит 15 фунтов. Это довольно-таки дорого. Но, тем не менее, у меня ее сразу же купили. Вот даже там, где я сдавала,
Я приехала, там люди, там всегда много людей сдают на права. У меня там же ее и купили сразу. Спросили, она вам нужна или нет. Ну и эта книжечка у меня была, самое главное, что она была с дисками. Вот там, значит, CD-диски, которые вы можете вставить в компьютер. Понимаете, о чем я говорю? Вот, и вот я учила по ним, потому что это великолепно. Там все вопросы, они все с картинками. Вот, значит, 4 варианта ответа. То есть как раз то, что у вас попадется на экзамене. Понимаете, именно так выглядит вот эти CD-диски, и по ним учить. При том, что у меня, вы знаете, все-таки, не знаю у кого как, у меня вот зрительная память, она самая лучшая. Я вот зрительно больше запоминаю. И поэтому я, когда запоминала все эти ответы, я даже просто запоминала, какая картинка, вот, допустим, там какой-то вопрос, и несколько картинок нарисовано. Я запоминала, какая картинка правильно. И вот так отвечала. И на свое даже удивление, я сдала теорию с первого раза. Там приходишь, там, по-моему, друзья, вот вы знаете, ну уже больше 4 лет прошло. Я уже так, честно сказать, даже и не помню. Но, по-моему, порядка, сколько же там, что-то 20, что ли, вопросов или больше. Ну, ой, друзья, я даже не знаю, не буду брать, не помню. Ну, в общем, какое-то количество вопросов. И вот, значит, 4 ответа должны правильно нажать. Вот. И потом, получается, вам сразу же выдает, сдали вы или нет этот же компьютер, сдали вы тест или нет. То есть, если вы сделали больше 4 ошибок, то вы не сдали. Если вы сделали меньше 4 ошибок, то вы сдали. Ну, я сделала 3 ошибки благополучно, без этого куда. И, конечно, я сдала. Вот, congratulations. Я обрадовалась, боже, как я с первого раза сдала, какая прелесть. Я иногда даже, вы знаете, до того доходила, что, может быть, я и правила-то дорожного движения знаю, но я не знала, я даже не понимала, что там спрашивается по-английски, вот представляете, при том, что, ну, не знаю, ну, это очень трудно. Хотя бы, как муж мой, он мне помогал тогда, вот, и он мне говорит... Ну, что ты, давай, отвечай. Прочтет мне по-английски, значит, вопрос. И говорит, отвечай. Это его помощь была в этом. Отвечай. Я говорю, понимаешь, я не понимаю вопроса. Понимаешь, в чем дело? Ты мне вопрос объясни. Я, может быть, и отвечу. Он начинал злиться. Что ты не понимаешь? Я же тебе вот, типа, русским языком говорю, да? Я же тебе говорю, я же тебе читаю вопрос. И говорю, боже, если бы было так все просто. Ой, короче, вот так. Все-таки сдала. Но... Дальше, значит, вы сдаете тест вождения. Тест вождения вы сдаете на той машине, на которой вы предпочитаете. Если у вас был до этого инструктор, то вы можете приехать на значит, экзамен по вождению со своим инструктором. Не он у вас, конечно, будет принимать экзамен, но, тем не менее, значит, вот вы можете на этой машине, на которой вы учились, на ней сдавать, потому что сами понимаете, что вы уже к этой машинке привыкли. Ну вот, для меня-то, например, как для вообще новичка, все это было очень сложно. Я привыкала к машине, я, например, все учила повороты, развороты, все как припарковаться. Я смотрела, насколько мне отъезжать, где мне начинать поворачивать. То есть, понимаете, а у каждой машины, значит, вот разная маневренность, разной величины автомобили. Поэтому надо уже на той машине, конечно, ехать, которую вы знаете. Вот, была моя такая первая ошибка, что я была тоже с инструктором, и я на его машине училась разворачиваться, поворачиваться, сзади, потом, значит, есть еще такой маневр, поворот задом за угол с дороги, вот с центральной, допустим, подавать за... Ну, нет, центральной нельзя, просто я говорю, две дороги. И вы задом подаете, значит, вот, на угол. Они очень любят вот это, значит, спрашивать. Вот, ну, или там припарковаться задом, или передом припарковаться, или, значит, там припарковаться на дороге. В общем, знаете, это все обязательно тоже входит в экзамен. И дальше, значит, вот, когда я на этой машине пробовала, что я хотела вам сказать, а потом я решила сдавать экзамен на своей машине. Ну, на муже машине тогда, на этой Хонде, она огромная. И вы знаете, получилось так, что я на ней не могла вписаться правильно, парковаться.
я начала парковаться, как я привыкла, а машина другая, и я не вписалась. Ну, в общем, короче, первый раз я не сдала. Не сдала почему? Там бывает, значит, у вас что? Либо вы, если вы делаете хотя бы одну грубую ошибку, естественно, вы не сдали. Грубая ошибка – это если вы нарушили конкретно правила. Ну, там много всяких разных. Вот будем теперь телепаться за этим Blue. Видите, Blue автобус впереди, если вы видите. Вот ребятки нарисованы. Это автобус, который сейчас развозит школьников. По утрам вот эти, слава богу, господи, он свернул. По утрам вот эти Blue автобусы развозят школьников. Ходят маршрутами специальными, развозят по школам. Здесь все это всегда. Школьники сами не гуляют, только автобусы развозят. В этом плане они молодцы, я говорю. Вот. Ну и что у нас получилось? Отвлеклась я опять. Значит, я вот не вписалась в поворот. Да-да-да. И получается, значит, что вот либо одну грубую ошибку вы не сдали, либо если вы насобирали 8 мелких ошибок, а вы тоже не сдали. То есть, что такое мелкие ошибки? Вот, допустим, вы должны повернуть, и вы не посмотрели в обзорное зеркало, прежде чем включить поворотник. Это считается мелкая ошибка. Вот у меня таких мелких ошибок было дофига. Или вы там, допустим, решили притормозить, и вы не посмотрели в зеркало заднего вида. Вот. И вот эти вот набираются вот эти вот маленькие помарочки. Или вы где-то там резко сбросили скорость, а сзади вас ехал автомобиль. То есть вот опасность ему. Ну вот. И вот такая ерунда. И 8 ошибок вот таких мелких вы не сдали опять. Ну и я, в общем, друзья, сдавала 4 раза. Как говорится, было бы кому тут вас учить, потому что я смогла сдать только на 4-й раз. Боже, я уже не поверила. И потом, вы же понимаете, чем эта проблема. Вон еще один автобус, один свернул. Было, увидите, впереди. А второй, вон он едет опять. Вот их тут очень много. Но это мы уже в центр Шанклина приехали, как вы понимаете. И я уже на работе. Вот так вот я на работку езжу каждый день. Вот. И, в общем, значит, я вам, наверное, друзья... Нет, сейчас, наверное, дорасскажу или не дорасскажу. Вот он, мой отель. Даже не знаю, как нам с вами быть. Второй части мне, что ли, включить? Вот видите, коч. Вот он. Коч – это вот этот автобус называется. Боже, тут вся парковка занята. Что же я буду делать? Боже, боже. Боже, боже, боже. А почему так много людей-то сегодня? Ну, наверное, вот сюда припаркуюсь. Тогда что ж теперь мне делать-то? Вот так вот. Наверное, автобус уйдет. Придется перепарковаться. Вот, друзья. Расскажу во второй части вам продолжение. Извините, уж так получилось.